В Ненецком округе всерьез взялись за развитие конкуренции между бизнесом и государством. По мнению жителей региона, задействованных в вопросе Департамента финансов и экономики, конкуренция в округе развита слабо. Большинство цен на товары и услуги выше, чем в соседних субъектах страны. Стоит сразу отметить, что развитие конкуренции – задача, которую сегодня ставит перед регионами федеральный центр. В перечень обязательных рынков, где должны существовать здоровая конкуренция, входит, к примеру, рынок дошкольного образования. Здесь можно говорить об открытии частных детских садов. Подробнее о развитии конкуренции в регионе расскажет Ирина Цепитова. В правительственный список сфер с развитой конкуренцией вошли 11 рынков, в том числе рынок услуг детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания населения, дополнительного образования детей, медицинских услуг, рынок услуг ЖКХ, розничной торговли и перевозок. В Ненецком округе к федеральному списку решено добавить еще два – рынок туристических услуг и сельского хозяйства. По словам Татьяны Логвиненко, они являются приоритетными для региона и затрагивают значительное число потребителей. Самое главное сейчас нам сделать сдвиг в сторону, так сказать, развития данных рынков коммерческими структурами и перевести фокус с бюджетных учреждений на коммерческие структуры, поскольку мы, значит, сейчас все равно планируем аутсорсинг и будем это планировать, значит, с тем, чтобы развивалась реальная конкуренция тех, кто оказывает услуги. Отдать часть госзадания на аутсорсинг – эта тема активно обсуждается на уровне власти на протяжении последнего года. Речь здесь идет о клининговых услугах, питании, транспортных и других обслуживающих функциях. По словам Татьяны Логвиненко, речь может идти и о передаче различных учреждений коммерческим структурам в формате концессии или ГЧП. Впрочем, вхождение предпринимателей на рынки, где традиционно господствовал государственный сектор, уже началось. По словам главы региона Игоря Кошина, начало положено на рынке дошкольного образования. Мне, по большому счету, без разницы, кто будет получать средства на госзадание. Либо это будет частный детский садик, либо это будет наше бюджетное учреждение. Только есть один маленький нюанс. Те требования Роспотребнадзора, которые существуют, они абсолютно одинаковые, что к частному детскому саду, что к нашему бюджету. И понятно, что наши органы власти сопротивляются появлению частных по одной простой причине. Потому что в случае с бюджетным они вправе давать совершенно четкую команду и требовать исполнения. В случае с частным сегодня есть, завтра нет. Вот. Но по доп. Образованию мы это движение уже начали. Будет движение и в других сферах. Сегодня в Ненецком округе разработан проект дорожной карты по содействию развитию конкуренции на территории региона. По результатам реализации мер по развитию конкуренции ожидают роста количества коммерческих организаций, оказывающих услуги на приоритетных рынках. Кроме того, ожидается рост числа детей, посещающих негосударственные учреждения дошкольного и дополнительного образования, повышение оборота розничной торговли, увеличение числа сельхозпроизводителей. Ирина Цепитова, Вадим Носкин, телеканал «Север».